Блин, классно все-таки, когда есть колеса на Сочи автодроме. Вообще удобно передвигаться. Гораздо лучше, чем пешком. Вот и закончилась наша поездка в Сочи. Сейчас сижу в сервисе, жду, когда настанет время ехать в аэропорт. Сейчас покажу вообще движуху, которая здесь происходит. Сервис просто очень круто. Мне больше всего понравилось здесь. У пацанов в кубке, механы сами гоняют, сами чемпионы за Дальнего Востока. В курсе. Узнаете? Наверное, узнаете. Две Грихины машины. Какая-то Алтеза, причем такая прикольная, силы 600-700. Еще одна тачка из дороги дрифт. Ну, это прошлая, прошлогодняя машина. Бывшая машина Сергея Сака. Вот она сейчас без мотора. Здесь будет, наверное, GZ-тик. Раскочил. Это наш Мислуха. Пару черкашей Артем оставил, но это прям вот филигранно было, я считаю. Чайзер Дениса 40 пуда. Какая-то Супра. Как будто бы заброшенная, но нет. Еще Чайзер с Востока. Это, кстати, вот стоит дрифтовая приора на джезете. И Марк еще один в дороге дрифт. Эти пацаны вчера ездили тоже. У этой машины вообще прикольно. Она ломалась. С самого приезда ребята чинили. И все-таки она поехала. И самое, что интересное, парень едет одной рукой, у него вторая не работает, и он просто, ну, ехал очень достойно.